А сейчас я хочу поговорить о пластике. И те из вас, которые знают о вреде пластика, о том, что перед тем, как вы покупаете, особенно своим детям, пластиковые приборы, бутылки, например, вы можете проверить на содержание определенных веществ. Вы можете сказать, что ну, это уже совсем известная история, и зачем повторять? Я думаю, что повторять нужно, и давайте мы проверим. Если мы на одной волне, так это же хорошо, поддерживать друг друга. Если я что-то упустил, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это будет очень полезно для того, чтобы не упустить эти мелкие вещи. Ведь эти мелкие частицы пластика мы поглощаем миллиардами каждый день из разных источников. Если мы пьем из пластиковой бутылки, если мы используем пластиковые пакеты чая, если, и здесь я ставлю точки, давайте разбираться, что же с пластиком не так.